Всем привет, с вами Олег. Сегодня я вам решил рассказать, как поменять в iMac оперативную память. Вот этот iMac 2020 года я покупал прошлой весной, получается, и там в базе всего 8 гигов оперативной памяти. Ну, не сказать, что это мало, да, для iMac этого достаточно, то есть тут Intel Core i5 шестиядерный, и 8 гигов мне хватало до того момента, как я начал монтировать 4К видео. И как только я начал монтировать 4К видео, я заметил там, что вылетают приложения и так далее. Я понял, что оперативки явно не хватать стало. И решил купить вот такую вот память. Слушайте, не значит, что вам нужно прям точно такую же модельку брать. То есть я купил вот это. Я нашел сайт Crucial, это какой-то бренд от Micron, короче. Они делают оперативную память совместимую с Mac'ами, то есть с компьютерами Apple. Ну и поэтому я посмотрел на их сайте номер артикул памяти, которую нужно купить. И на Озоне нашел соответствующую память, две планки по 8 гигабайт и заказал, короче. Заказал через Озон, ждал недельки 3, и что в итоге? В итоге память приехала, и я поменял ее. Сейчас покажу, как это делается. Там, когда я смотрел инструкцию, почему-то говорили, что обязательно нужно, получается, компьютер поставить монитором на низ, так скажем. Нет, на самом деле достаточно просто вот так вот подойти сзади. То есть можно немножко вот так вот его наклонить вперед, чтобы, получается, удобнее было подобраться к этому модулю. Вот здесь вот вы можете нажать вот на такую кнопку. Так. Но мне неудобно это делать, потому что я одной рукой держу камеру, а второй рукой, получается, пытаюсь вскрыть вот эту штуку. Так. Нашел ракурс, короче, чтобы вам было нормально видно. Короче, смотрите. Вот здесь вот есть такая, типа, кнопочка. Такой вот. Надавив на которую, у вас скрывается задняя вот такая вот планочка. Видите, вот так вот. Я взял просто ключ от машины. Вот эту штуку спокойно достаете. И здесь находятся планки памяти. Единственный нюанс, да, то есть вот так вот в бок вы оттаскиваете вот эти два зажима, получается. И ваши модули, вот здесь вот видите, 4 планки стоят. Достаются и вытаскиваются они легко, то есть ничего сложного там нету. То есть просто тянете на себя. То есть если вы когда-то работали с компьютером и так далее, то для вас это не должно быть сюрпризом. Вот так вот. То есть вот это вот черненькое, это оперативная память Apple-ская. Давайте посмотрим, что за память. Unix какая-то. В общем, и она такая достаточно черная, интересная по дизайну. Я смотрел на сайте Apple, заказать оперативную память от того же Micron стоит, что-то там планка стоила, или две, или пара планок, там 40 тысяч рублей, что ли. Я вот два модуля по 8 гигов заказал, получается, за каких-то 7 или 8 тысяч рублей. Я не знаю, есть ли разница в качестве и так далее. Зачем решил заказать оперативную память? Я сейчас поставлю назад с вашего разрешения то, что вытащил. Я подумал просто, что в будущем наверняка будет обновление операционной системы. iMac я продавать в ближайшие годы как бы не планирую, поэтому думаю, что если вдруг получится так, что оперативной памяти будет не хватать, а вдруг на тот момент эту оперативную память уже нельзя будет найти, то есть будет очень обидно. Я решил просто взять две планки по 8 с запасом. Я видел рекомендации, что желательно, если берете планки памяти, лучше брать парой, чтобы это было от одного производителя, с одной партии и так далее. То есть их даже, как я видел, короче говоря, они парами и продают специально. Еще один прикол.
У меня, прикиньте, вот этот тут провод от iMac. Давайте покажу. Он, короче, вот здесь вот начал перетираться вот через вот это вот кольцо. То есть, ну, я не понял вот этот прикол, конечно. То есть, качество Apple, конечно, не очень радует. Вот, в целом, ничего сложного нету. В целом, ничего сложного нету. Заказываешь просто, приезжает, ставишь и работаешь. Давайте попробуем включить. Вот, а в целом от iMac очень хорошее впечатление. То есть, в первую очередь, это не столько покупка компьютера. Сейчас на лицо наведусь. В целом, это не столько покупка компьютера, сколько покупка монитора, периферии и вот этой эргономики дизайна. То есть, то, что все интерфейсы беспроводные, то, что качественный экран, не нужно колонки покупать. То есть, это все в одном. Я смотрел аналогичные моноблоки, то есть, единственное, что интересное нашел, в Америке продается, это, получается, Microsoft Surface Studio. Но они подороже, и они там достаточно специфические, мне такой был не нужен, то есть, не такой уж iMac дорогой по сравнению с ними. И если хотите, давайте я вам про iMac отдельный видеоролик сниму, потому что есть о чем поговорить. Я уже пользуюсь им больше полугода. Использую в профессиональных задачах. И, в принципе, есть и плюсы, есть и минусы. Хотите, расскажу. То есть, если прям интересно, с удовольствием расскажу. Жму руку, удачи. И вот видите, все, в принципе, работает. А, еще отмечу, да, то есть, вот по первому дням работы, да, то есть разница, то есть что у меня было 8 гигов оперативки, что 16, я пока что не заметил. Но я думаю, что на горизонте там, я там через полгодика точно смогу сказать, то есть ей был ли смысл заменять память или не был. Могу сказать, что если бы я сейчас вот брал бы iMac, да, вот сейчас, я бы обязательно хотя бы терабайтный жесткий диск поставил, мне тут 512, ну и оперативки 16 хотя бы, чтобы, ну, из коробки шло, чтобы не заморачиваться и не париться. А я как бы сэкономил, дурак, и вот сейчас вот началась вот эта вот покупка памяти там отдельно. Жесткий диск уже не поменять, ну, по-нормальному. То есть есть нюансы. Все, ладно, всем жму руку, удачи, до встречи и пока.